Казахстанцы уже сегодня должны ощущать на себе результаты государственной политики. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Национального совета общественного доверия. Основой модернизации всей политической системы будут прямые выборы акимов сельских округов, отметил президент. В истории нашей страны они пройдут впервые. Народное голосование станет важным шагом в строительстве эффективной и устойчивой системы госинститутов. В этом году во всех сельских округах завершили внедрение бюджетов 4-го уровня и предварительно провели госрегистрацию. Оказалось, что в органах юстиции более 80 тысяч незарегистрированных объектов недвижимого и движимого имущества, которые ранее не облагались налогами. Кроме того, интегрированы базы данных различных госорганов. Во всех регионах страны прошли обучение и переподготовку свыше 3500 сотрудников аппаратов сельских акимов, задействованных в бюджетном процессе. Все эти меры выводят систему управления на местах на совершенно новый уровень. Считаю, что выборная система должна получить дальнейшее развитие, но без забегания вперед, без компанейщины. Политическая трансформация Казахстана – это не одномоментная и тем более не популистская акция. Данная реформа является стратегической по своей сути, поскольку направлена на дальнейшее развитие Казахстана как демократического и цивилизованного государства. Модернизация Казахстана нацелена на обеспечение интересов нашей молодежи, которой предстоит укреплять потенциал страны в сложнейших реалиях 21 века. Поэтому процесс политической модернизации будет иметь продолжение. В ходе выступлений члены Национального совета общественного доверия поднимали острые проблемы, которые волнуют казахстанцев, и предлагали пути их решения. Президент выразил надежду, что большая часть озвученных идей будет реализована уже до конца 2020-го. Отмечу, с начала момента создания совета прошло больше года. За это время он стал не только площадкой между обществом и властью, но и полезной институциональной структурой, которая заинтересовала зарубежных экспертов.